Добрый вечер. Говоря о развитии того или иного события, особенно такого глобального, как война, и породившие ее, из нее исходящее развитие многих сфер нашей жизни, в том числе авиация, мы говорим не только об технической стороне вопроса, не только об обмундировании, амуниции русских летчиков, наших союзников и противников в этой войне, но важно вспоминать и о людях, потому что история делается людьми, для людей и влияет на жизнь людей. Мне кажется, та выставка, которая открылась у нас неделю назад, вмещает все составляющие рассказа об авиации, в том числе и личную. И сегодня я расскажу об одном из героев Первой мировой войны, воевавшем в императорском военно-воздушном флоте. Он не так известен, как, может быть, Уточкин, Нестеров, множество других авиаторов, но, тем не менее, он имел награды и от императорской России, и позже от молодой советской России. Надо сказать, что развитие технического прогресса и практическое внедрение новых технологий на рубеже 19-20 века проходило столь стремительно, что общество в силу своего бытового, ментального консерватизма всех европейских стран без исключения не было готово к этому принятию, органичному и восприятию его в своей бытовой сфере. Если современная на тот момент история воздухоплавания насчитывала больше 100 лет с момента поднятия знаменитого аэростата или воздушного шара братьев Монгольфье, то история авиации накануне Первой мировой войны насчитывала всего 10 лет с знаменитого полета аэроплана братьев Райт. Неудивительно, что при таком положении дел первыми гражданскими авиаторами, а затем и военными летчиками являлись люди весьма неробкого десятка, люди отчаянные, авантюрные и незаурядные личности. Одним из таких смельчаков был Борис Александрович Ивашенцев, вошедший в историю воздушных боев Первой мировой и гражданской войны в России. Ивашенцевы принадлежали к древнему дворянству Костромской губернии. Сам Борис появился на свет 23 августа 1891 года в семье штабс-капитана 28-й артиллерийской бригады Александра Васильевича Ивашенцева и его супруги Екатерины Павловны, урожденной Воловской, дочери генерал-лейтенанта. Позже его отец сменил военный мундир на гражданский и дослужился до чина статского советника в Виленской губернии. Помимо Бориса в семье воспитывались два его старших брата. Всех детей вы можете видеть уже подросших сейчас на экране. Это Павел, впоследствии капитан артиллерии, раненый в годы Первой мировой войны. Дмитрий, ставший гражданским инженером, он вот посередине. И также младшая сестра Татьяна. Молодой Борис получил домашнее образование и учился в школе в поставах. В подростковом возрасте начала проявляться его неуемный, буйный характер, тяга к приключениям, во многом воспитанная детской, юношеской художественной литературы. В 15 лет Борис Ивашенцев сбежал из дома в США, прихватив с собой серебряные часы своего отца. Через год он самостоятельно вернулся
из-за океана, прежде заработав деньги и выкупив часы из ломбарда, вернув его своему родителю. Так что, можно сказать, картина возвращения блудного сына применима и к этой семье. Следуя семейным традициям, Борис Александрович 1 сентября 1911 года после экзамена вступил в Виленское военное училище юнкером рядового звания на правах вольноопределяющегося. Будучи юнкером, его обучение совпало с последним торжеством Российской империи, широко отмечавшимся, это 300-летие дома Романовых, и он был удостоен памятной медали в честь 300-летия дома Романовых, это стало его первой наградой. Обучаясь в Виленском военном училище, в 1914 году он был в июле успешно вышел оттуда с чином подпоручика с определением во второй кронштадтский крепостной артиллерийский полк. По правилам того времени за обучение он должен был отслужить в офицерских чинах 4,5 года. Производство в первый офицерский чин совпало с всеми нам известными событиями начала Первой мировой войны. Буквально с первых недель глобального мирового конфликта, с различных театров военных действий Востока и Запада Европы, стали приходить известия о применении дирижаблей и самолетов. Впервые в истории человечества небесные просторы стали новым военным фронтом. Воздушные бомбардировки Льежа, Антверпена, позже Кале, Парижа, Лондона и других европейских городов наглядно продемонстрировали, в том числе русскому командованию, что целью неприятеля может стать и российские города и крепости, в том числе, конечно же, Кронштадт и столица Российской империи Санкт-Петербург в ходе 14 года, напомню, переименованная в славяноязычное, в славянозвучащее название Петроград. В Кронштадте многие офицеры были озабочены созданием в крепости противовоздушной обороны и изучением опыта первых воздушных боев. 1 сентября 1914 года при переформировании второго Кронштадтского крепостного артиллерийского полка Ивашенцев был назначен исполняющим должность полкового адъютанта. Начало летного пути Бориса Александровича Ивашенцева было вызвано его горячим желанием и многочисленными прошениями, которые он буквально заваливал свое начальство. Ему пошли навстречу, и в ноябре 1914 года, согласно секретного приказа, он убыл в командировку в составе трех противоаэростатных батарей в действующую армию. В Гродно был сформирован тяжелый артиллерийский пушечный полк, который был прикомандирован к русской крепости в Варшаве. Напомню, что эта часть Польши была неотъемлемой частью Российской империи в ходе Первой мировой войны. Наша страна ее потеряла, и вот мы здесь видим польскую открытку, где кайзер Вильгельм II в виде такого нетыря бросает вниз бомбы как раз на Варшаву. В апреле 1915 года на базе Варшавской крепости проходило довольно интенсивное обучение и первые бои молодых летчиков. С 15 марта 1915 года по 16 мая 1916 года
Борис Иванов совершил 68 полетов на аппарате «Моран-Парасоль» общей продолжительностью 122 часа 46 минут, включая учебные, разведывательные полеты, непосредственно оборону Варшавы, вылеты с целью фотографирования, дежурства в воздухе, перелеты, бомбометание вражеских позиций и полеты над расположениями собственных войск. В мае 1915 года наш герой был прикомандирован к первому авиационному корпусу, в составе которого воевал большую часть Первой мировой войны. Сперва наблюдателем, но также ему давали, как и многим офицерам, административные должности. Он был делопроизводителем по хозяйственной части отряда. В тяжелых условиях великого отступления русской армии, в ходе которого нашей стране пришлось оставить Польшу и Литву, действия авиации интенсифицировались. 13 сентября 1915 года подпоручик Ивашенцев вылетел на разведку не с отрядным пилотом, а с вольно определяющимся Климовичем и второго армейского авиаотряда. Разведка продолжалась 3 часа 10 минут, была весьма трудной. При посадке у местечка Радашковичи в условиях наступивших сумерок аппарат перевернулся через голову. Напомню, что кабины в то время были не закрытые. Ввиду чего Ивашенцев из аппарата выпал и получил перелом правой руки, у плеча и ушибы всего тела. Раненый офицер поступил в перевязочный пункт Гродненского подвижного лазарета, где ему был наложен гипс. Но при вправлении ему сустава руки произошло еще одно происшествие. Моментальной неконтролируемой реакцией пациента стало то, что он разбил о голову военного врача графин с водой, стоящий на столике перед кроватью. В сентябре 1915 года он находился на излечении в лазарете для тяжелораненых военно-санитарной организации Великой княгини Марии Павловны Старшей, а затем был эвакуирован в Петроград, вот вы как раз видите карточку пациента, где пребывал в российско-голландском отделении лазарета имени Ее Императорского Величества государыни императрицы Марии Федоровны, матери Николая II на Английском проспекте. По свидетельству подвижной военной комиссии у него была костная мозоль на границе нижней и средней трети правого плеча и движение правого локтевого сустава несколько было ограничено. После госпиталя он некоторое время проживал в семье своего отца на Маховой улице, дом 16, куда были эвакуированы все губернские учреждения из Вилинской губернии. Вот мы видим его как раз после излечения вместе с братом, тетей и супругой братом. За свой подвиг он был награжден орденом, первым своим орденом Святой Анны IV степени с надписью «За храбрость, за отличие в делах против германцев». Орден также именовался клюквой, он был уменьшенного маленького размера и крепился к холодному оружию таким образом. В ноябре 1915 года по предписанию Петроградского уездного воинского начальника он был признан полностью излеченным и отправлен на фронт. Он возвратился в авиаотряд и уже 17 ноября
принял участие вновь в полетах на аппарате «Моран-Парасоль», совершив двухчасовой разведывательный полет из Минска. Однако из-за тумана и ветра задание не было выполнено. 23 декабря 1915 года на железнодорожной станции «Вилейка», прибывший на фронт верховный главнокомандующий русской императорской армии, государь-император Николай II, провел высочайший смотр войск 2-й армии Западного фронта. Сильные морозы оказались лучшим защитником и высочайшей персоной всего русского командования от неприятельских самолетов, но в то же время заставили русских авиаторов потрудиться и поволноваться. Пробыв в воздухе всего по 25 минут из замерзшей воды в карбюраторах, совершили вынужденную посадку поручик Витман с подпоручиком Троицким и штабс-капитан Самарин с подпоручиком Ивашенцевым. Прапорщик Альфонс Пуаре, француз, служивший в русской императорской армии, и его наблюдатель продержались в воздухе героически 3 часа. Все они, включая Бориса Ивашенцева, получили обморожение рук и лица. Напомню, что никакого обогрева кабины не было, и пилотам этого периода приходилось подручными средствами утепляться, обмазываться различными средствами, включая сало. И также, собственно, известная нам куртка-пилот, куртка-бомбер – это не дань моде, это непосредственная как раз сложившаяся необходимость, когда кожаная куртка богато оторочена внутри мехом. В оперативном отношении первый корпусной авиационный отряд был подчинен штабу 2-й армии Северо-Западного фронта. А вот мы здесь видим как раз Бориса Ивашенцева, стоящего перед самолетом. Авиаотряд неоднократно менял свою дислокацию из-за менявшейся линии фронта. Все это было уже на территории Минской губернии Белоруссии. В феврале 1916 года он размещался в деревне Бубны, а с февраля по апрель в господском доме в местечке Сицо. Вот также мы видим авиаторов и вот присевший здесь наш герой Борис Ивашенцев. Ценой стойкости летчик, старший унтер-офицер Изегов и наблюдатель, подпоручик Борис Ивашенцев успешно выполнили задание по фотографированию германских позиций. Имея задачу представить в кратчайшие сроки фотографические снимки первой и второй неприятельских позиций, 20 марта 1916 года во время полета, подвергаясь сильному обстрелу неприятельской артиллерии, которой удалось подбить мотор и вынудивший самолет снизиться, несмотря на это, подпоручик Ивашенцев продолжал фотографирование и прекратил его только после полного отказа мотора. При посадке аппарат был разбит, а подпоручик Ивашенцев получил сильные ушибы. Невзирая на болезненное состояние, желая во что бы то ни стало выполнить поставленную задачу, подпоручик совершил еще 2 полета. При столь же тяжелых условиях и только по представлению всех необходимых командованию снимков он был эвакуирован для лечения. Аппарат «Моран-Парасоль»
упал в глубокий снег с грязью и был полностью разбит. И стойкость как раз Бориса Ивашенцева заключается в том, что, несмотря на ушиб левой руки, он отказался от эвакуации и уже через 3 дня объявил о своем выздоровлении и продолжил полеты на другие задания. За этот подвиг спустя несколько месяцев, 21 августа 1916 года, это все офицеры первого авиационного отряда, по решению Георгиевской думы он был награжден Георгиевским оружием, а летчик Митрофан Трифонович Зегов был пожалован Георгиевским крестом второй степени и впоследствии стал полным георгиевским кавалером. В дальнейшем Борис Ивашенцев был назначен адъютантом всего отряда. В декабре 1916 года, то есть в конце предреволюционного года, он был направлен в Киевскую военную школу летчиков-наблюдателей для прохождения курса повышения своей летной квалификации. Он, будучи обучающимся, он получил право на ношение 2 отличий на рукав за ранение, установленное приказом Верховного главнокомандующего 9 декабря 1916 года. Также он получил орден Святой Анны с мечами и бантом. И вот в апреле уже 1917 года был произведен в чин поручика. Во время событий февральской революции первый корпусный отряд, как и все части, присягнули временному правительству. В этот момент Борис Ивашенцев был переведен в сибирский корпусной авиационный отряд штатным летчиком-наблюдателем, но затем уже в мае 1917 года вернулся в родной первый корпусный. Приказом Временного правительства по армии и флоту Борис Ивашенцев в 1917 году был произведен в штабс-капитаны. В период с сентября по октябрь 1917 года временно командовал первым авиационным отрядом, а 13 октября 1917 года стал капитаном. Авиация продолжала использоваться во время боев кампании 1917 года, но из-за разложения в целом фронта и тяжелого положения ее действия были, разумеется, ограничены, как и всех других. С переводом отряда уже в июне 1918 года в состав Красной Армии Борис Ивашенцев был исключен из списков данного подразделения. В событиях, вспыхнувшей гражданской войны в России, отставной пилот первоначально не принимал никакого участия. В январе 1919 года в Петрограде органами ВЧК был арестован его отец, статский советник Александр Васильевич Ивашенцев, скончавшийся на следующий день после освобождения. До сих пор могила сохранилась на Смоленском православном кладбище нашего города. Казалось бы, это обстоятельство должно было привести Бориса Ивашенцева в стан белых, но судьба противников большевистского режима, но судьба определила иначе. В конце 1919 года капитан Ивашенцев был мобилизован в состав рабоче-крестьянской Красной Армии, которая остро нуждалась в военспецах старой армии.
зачисленный летчиком-наблюдателем Борис Ивашенцев смог проявить себя и здесь, став адъютантом 2-го авиационного дивизиона рабоче-крестьянского Красного воздушного флота. С февраля 1920 года он находился в отпуске, в ходе которого заболел брюшным тифом и не смог возвратиться вовремя в часть, вследствие чего был объявлен в бегах, но после возвращения и представления документов о своем реальном заболевании подозрения в его отношении у красных комиссаров были исчерпаны. 23 мая 1920 года он временно был командирован к управлению 2-го авиационного дивизиона истребителей. И в июле 2020 года вернулся на должность летчика-наблюдателя. В этом качестве он неоднократно отмечался советскими властями. Как гласит приказ Реввоенсовета номер 42 от 7 февраля 1921 года, Красвоенлет Борис Александрович Ивашенцев был награжден первым советской наградой, орденом Красного Знамени, впоследствии известного нам как орден Боевого Красного Знамени. За то, что 2 августа 1920 года получил задание задержать бомбометанием наступавшего противника, то есть в части вооруженных сил Юга России, стремившегося перерезать железнодорожную линию северо-восточнее станицы Софиевска. При самых неблагоприятных погодных условиях совершил полет на высоте 500-600 метров и сбросил 7 бомб в колонны кавалерии и артиллерии противника, которые вызвали сильное замешательство его рядов, и чем дали возможность планомерно отойти нашим, ну, имеется в виду красным войскам и бронепоезду на новые позиции. Позже, 5 сентября 1920 года, во время парада гарнизона города Александровск, ныне Запорожье, командующий 13-й армией Иероним Убаревич лично вручил Ивашенцеву серебряные часы с дарственной надписью. Вот удивительно, как параллелена в некотором смысле биография, да, часы, некогда украденные у отца и возвращенные, и часы, которые вручает уже новая большевистская власть. С 1 марта 1921 года Ивашенцев стал летчиком 13-го авиационного отряда, затем был переведен в 11-й авиационный отряд рабоче-крестьянского Красного военно-воздушного флота. С разрешения начальника 1-й эскадрильи, находясь в Крыму, убыл по личным делам. И в этот момент биография совершает очередной алогичный виток. Казалось бы, хорошая, успешная карьера при новой власти. Отмечен орденом, революционными часами, на хорошем счету у командования. Но что-то было действительно авантюрное и нестабильное в характере нашего героя, перечеркнувшее все его заслуги перед большевистской властью. Из отпуска Ивашенцев не возвратился, примкнув к действовавшему в Крыму отряду «Зеленых». Приказом начальника отряда за номером 1 от 28 июля 1921 года он был объявлен в бегах. Буквально через несколько дней,
2 августа 1921 года вместе с отрядом «Зеленых». Он спускается с гор, прибывает в Ялту и регистрируется в Крымской ЧК как добровольно сдавшийся бандит. До 28 августа, то есть почти весь месяц, он находится в Симферополе. Затем, по сведениям ЧК опубликованным, он бесследно исчез и был объявлен в розыск, что дало впоследствии родственникам и ряду исследователей считать его скрывшимся за границей. На самом деле, буквально через два дня, 30 августа 1921 года в Симферополе Борис Ивашенцев был расстрелян большевиками на излете красного террора в Крыму. Так оборвалась жизнь едва достигшего 30 лет бесстрашного русского воина и порывистого авантюриста, одного из многочисленных в плеяде ярких пионеров русской авиации, не выдержавших давления внешних и внутренних обстоятельств этой сложной, противоречивой эпохи перемен, именуемая нами революцией и гражданская война. Спасибо за внимание. Если есть вопросы, готов ответить. А жениться он не успел, хотя, судя по фотографиям, у всех офицеров бравых авиационных частей женщинами был полный порядок, они регулярно с ними фотографировались. И также по заведенной, наверное, в Британии традиции, у каждого авиаотряда был еще свой любимец. Где-то это был песик, где-то это была кошечка, где-то это был еще какое-нибудь парнокопытное животное. То есть, на самом деле, вот эта вот офицерская традиция во многом была очень интернациональна. Да. Что? Нет, одним. Это был портрет Иеронима Убаревича, который вручал ему революционные серебряные часы. Я в интернете встречал, что якобы все-таки он скрылся, якобы был похоронен, то ли он, то ли его полный тезка в Белграде. Да, я готов ответить на этот вопрос. В Википедии кто-то упорно ставит эту дату. Она в 43-й год, на самом деле Википедия, источник, к которому надо относиться очень осторожно, поскольку в любой момент любой из нас может ее поправить в режиме онлайн. Дело в том, что несколько лет назад Российская государственная библиотека, бывшая Ленинка, предприняла большой труд издания справочника «Незабытые могилы». Это там перечислены некрологии всех русских эмигрантов, которые публиковались эмигрантской прессой на протяжении 20-х, 30-х и вплоть до, по-моему, 80-х годов. Там был опубликован действительно некролог о Борисе Александровиче Ивашенцеве, который скончался в Сербии, в Белграде в 43-м году. На самом деле это полный тезка и пятиюродный брат нашего героя, который был судебным следователем в Петрограде, в Петроградском губернии. Он родной брат известного врача-инфекциониста Глеба Александровича Ивашенцева, в честь которого в Петербурге названа улица, примыкающая к старому зданию Боткинской больницы. Он действительно эмигрировал вместе с основной частью Белой армии через Константинополь, занялся в эмиграции и довольно успешно фотографическим делом. В какой-то период был придворным фотографом Югославского королевского дома.
И вот именно он скончался в Белграде, в Сербии, в 43-м году. Но, к сожалению, не зная этих подробностей, кто-то упорно объединяет две эти личности. Спасибо за внимание и хорошего вам просмотра. Также очень сложной, очень драматичной, очень сентиментальной, человеческой, личной истории, любовной истории на фоне этих упоминаемых мной трагичных событий. Спасибо.